Привет, дорогой зритель. Я все-таки выжил. У меня была страшная-престрашная гнойная ангина. Это был лютый, абсолютно лютый писец. Я там 2 дня просто в лёжке лежал на кровати, там даже привстать не мог, потом там глотать не мог, в общем, там ложку воды не мог выпить. Я с ней справился. Правда, что-то там на почке вроде как дало, с почками побежал в поликлинику, с поликлиники в больницу, в общем, блин. Вот, не, поваляться бы, да, я бы с удовольствием повыполнял бы дальше постельный режим, но нет, мне надо съездить, там сегодня сделка, почему она 50 на 50, скорее всего, до конца не закроется, ну, начать ее надо. Пока машину грею, думаю, дай с тобой поболтаю. Расскажу, куда пропал, почему не сделал те видео, которые планировал, собственно говоря, сделать и выложить. Рассказывать, как уберечься от ангины, я не буду. Вы сами можете разобраться. Могу только посоветовать. Берегитесь ангины. Ангина — это страшная херня. Говорят, что-то там америкосы, короче, там где-то в Украине на каких-то лабораториях понаделали много новых вирусов, выслали их в нашу сторону. Хрен его знает, может быть так, может нет. В любом случае, ну, нифига не стыдно походить с молевой повязкой там где-нибудь в метро, там в общественных местах, в поликлинике там или еще где-то, да, и сохранить свое здоровье. Прививаться нет, но опять же, выбор ваш. Значит, что у нас пришло? У меня пришел Мидрон 4К. Вот, я уже поковырялся, понял то, что там программа изначально китайская, это черт ногу сломит, да, я уже нашел там русскую версию, сейчас все это дело пытаюсь сконнектить, скоро будем делать первые попытки полетать, наверное, я думаю, из нескольких видео получится, да, там типа, вот, там мы попробовали, разъебали его об стол, там, вот, мы купили, наконец, новый пропеллер, повесили его на проводах, да, вот мы пригнали кран с проводов, вот мы его повесили на высоком дереве, короче, вот мы спилили дерево, потому что туда кран было подогнать невозможно, ну, короче, наверное, какие-нибудь видео там поснимаю, может быть, там изначально получится хорошо, рукожопие мое уйдет в бок в этом случае, я там, наоборот, начну там супер-пупер летать и классные видео снимать, и, собственно говоря, далее будут видео не про дрон, а, ну, там, как он снимает. Может быть так, может быть нет, не знаю, пока не скажу. Вот, а так, в целом, потихоньку-полегоньку, есть только еще мысля куда-нибудь подсвалить, но в связи с тем, что если там у меня сейчас сделка закрутится, непонятно, да, то ли там плюнет на всю икру. Без меня пускай закрывают. То ли дотерпеть и уже после этого ломиться. Не знаю, будем посмотреть. В общем, я жив. Относительно здоров. Трезв и зол. Так что скоро что-нибудь вам повыкладываю. Давай, не прощаемся. До скорых встреч.